Личный состав построен. Самый ответственный момент церемонии. Указ о вручении знамен всем региональным управлениям подписал президент Владимир Путин. Самарская область стала одним из первых регионов, куда доставили полотнище. Знамя на российской земле – это абсолютная святыня. Это символ чести, мужества, знак доверия людям в погонах со стороны народа, со стороны общества, со стороны государства. По окончании церемонии с главным судебным приставом страны встретился губернатор Николай Меркушкин. Обсудили итоги работы. В 2015 году в областное управление поступило почти 1,5 миллиона исполнительных производств. Это взыскание кредитных долгов, задолженностей по алиментам, а также недоимок по транспортному налогу. Из последнего в том числе формируется областной дорожный фонд. На 12% пока мы сейчас идем выше, чем в прошлом году. Это... В дорожный фонд дополнительно 320 миллионов рублей. Достаточно тоже существенной суммы. Это можно в городе Самаре сделать две улицы, отремонтировать. Мы стараемся сейчас в комплексе оценить работу наших подразделений. И Самарская область вот на 30 ноября мы посмотрели, ну, скажем так, даже в пятерку входит лучших регионов. Вскоре служба перейдет на электронный документооборот, благодаря чему каждый судебный пристав сможет завершать до 200 исполнительных производств в день. Со следующего года в Самарском управлении по-новому заработают два отдела. Сергей Кизоркин, Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.